11 сентября. Я вчера вернулся с Крыма. Соревнований по гиревому виду спорта среди ветеранов. Крымский мост. И фестиваль был по гиревому виду спорта. Крымский мост. И вот был задан вопрос: а почему вас одного награждают? Вы стали первым. Я написал, что остальные сошли с дистанции. И вот, вот эти соревнования, фу, мошки какие-то, они как веха в моей жизни. И вот хотелось бы поговорить о результате. О результате. Итоги каком-то. Я сейчас в последнее время одно что-то итоги подвожу. Видать, время такое настало подводить итоги. Ну да ладно. Подведем итоги. Подведем итоги. Всегда как-то трудновато начать разговор. Мыслей много. Хочется и то сказать, и это сказать. Надо как-то все упорядочить. Доброго здоровья! 65 лет. Вот они, 65 лет. Целая жизнь. Целая жизнь. Дистанция 65 лет. Мое рождение в Каменском роддоме 20 сентября. Вот как бы сказать, что родители, медики или еще кто-то, вот, решили меня оставить умирать. Вот я об этом так нет-нет, да подумываю. И я пришел к мысли, ни те, ни другие, то есть я никого не виню. Но сама система создала такие условия, что у родителя ребенка забирают. Да вот, допустим, я бы родился, вроде бы, как сказали, умрет. Я был бы тут при матери, и глядишь бы там, умер или отошел бы пораньше. А так система считает, что этот нежилец забирает от матери ребенка, от родителей. И там вроде как они что-то делают. Ну что они сделали? Что они сделали? Они посчитали, что не жилец, но вот мы его тут положим. Он сам там помрет. И как бы сказать, и все нормально будет. Мы тут ни при чем. Ну так вот, не жилец. Так положено там по каким-то там циркулярам. Вот, то есть люди, вот тут я хочу показать свое лицо, люди, которые создают вот эти вот отношения между собой, которые создают
вот такое вот общество. И создав такое какое-то больное общество, порочное, оно уже давлеет над ними с помощью различных там циркуляров, законов и прочей ерунды. И не в силах ничего сделать. Вот поэтому вот это вот, вот и хочется так сказать, и я ей скажу, вот это херинное общество, в котое мы сейчас живем, которое каждого из нас давит, являясь плодом наших вещей, и мы не в силах все это изменить, вот кто основной, будем говорить, не хочу сказать виновник, а основная причина того, что здесь на земле творится. На земле творится, и вот это вот порочное общество обрекло меня, только рожденного, уже на смерть. Отобрали от родителей, а мы медики отбираем. Медицина. Мы тут не можем ничего сделать. Расписали в своем этом неумении, некомпетентности вообще во всем, понимаете, 54-го года. И это продолжается и сейчас. Мы не можем. Вот полежит, он сам там умрет, вот вроде как вот убивать нельзя. И возможно даже это хорошо, что был 54-й год. А сейчас бы кое-что их похуже было. Пустили на какие-нибудь препараты нафиг. Фу. И вот это вот общество, породив такие отношения между медициной и родителями, внутри медицины и такие законы там прописал, вот такое общество обрекло меня на смерть. Скажем своими словами, на смерть. Одним больше, одним меньше мы вообще не заметим это. Ну, как говорится, не тут-то было. Вот началось отстаивание самого себя. Первая задача была простая, самая простая и самая большая – выжить. Выжить. А далее, уж извините, что я так подробно останавливаюсь на этом, потому что мы все ищем виноватых родителей, медицина, там еще… Да мы все виноваты, что создали такое общество. И не в силах его изменить. Хотя все это можно в наших руках. Но кто-то нам мешает это сделать. Поэтому я выступаю как бунтарь уже. Так вот, дальше. Жизнь. 65 лет. Прожита целая жизнь. Целый огромный кусок. Дистанция. 65 лет. И вот когда спросили, а почему вы один, а остальные сошли с дистанции. Остальные даже до этого возраста не дожили. Не говоря уже о каких-то там гирях. И вот не просто прожить эти 65 лет. Это постоянная была борьба за то, чтобы самого себя отстоять. За то, чтобы как-то сделать свою жизнь достойную, интересную. Я уже вам рассказывал, что жизнь можно прожить, как мелодию сложить. Мелодия будет красивая. Мелодия будет приятная такая. Это ваша жизнь. Вы ее сложите. Либо она может быть безобразная. Либо она может быть отталкивающая. Либо она может быть... Да, ворона каркает как раз. Вообще такая непонятная, что хочется ее побыстрее прервать, эту дистанцию. Все эти 65 лет я отстаивал себя. И,
и пел свою мелодию жизни, слаживал ее в то, чтобы, чтобы было это в первую очередь в этом прекрасном мире, который мы загадили, чтобы это было нравилось мне в первую очередь самому. Вот я для этого делал, приложил много сил. Далее, как бы эту немножечко тему отставим, вот я нарочно поднял документы по МРТ. 16-й год, начало 16-го года, у меня проблемы со спиной. А проблемы со спиной каждый человек сам наживает. Так или иначе он наживает. И не понимая, как с этим бороться, естественно, вот у нас такая вот отрасль есть, как медицина, народная медицина, там восточная медицина, вообще медицина, она вот пытается твои проблемы решить. 2 декабря 2016 года состояние с моей спиной стало критическое. Стало критическое. Я уже в моих знаниях, тех, которые применял там в спорте, оказалось недостаточно. То есть я действовал не в том направлении. Недостаточно стало. И я уже думаю, ну что, обращусь-ка я к медикам, что там, посмотрим. Вот. Вот же ж есть такие вот научные разработки, как МРТ. Ага, засунули в эту трубу 2 декабря. Сделали все эти там снимки, картины. Выявили там повреждения и прочие там болезненные места в позвоночнике. Ну, это я и без них знаю, он-то болит. А как вы мне поможете? Как вы там будете лечить вот такое вот слово? Лечить? Ё-моё. А вот насчет лечения оказалось. Поколем витаминчики Б. Будем наблюдать. И все. И все. Вот тут-то. Тут-то, как бы сказать, я опять начал прозревать что-то вот сюда, вот за этими услугами, которые оказывает нам современная медицина. Вот лично для себя это я сделал, я не говорю о ком-то, о чем-то вот. Обращаться не стоит, ну, некомпетентная она. Если они хотели меня умертвить, когда я родился, то есть ничего не делали, просто пассивно ждали, помрет чи не помрет, как в песне, а помрет так помрет, муравейник, да, живет. Вот тут то же самое, без понятия, что, чего и как. И вот 16-й год, критическое состояние, я в таких раздумьях, знаете, болезнь ставить тебя в такие рамки, которых ты уже ни о чем там особо там не думаешь. Думаешь только, как вот обрести то, что потерял. И вот начинаешь опять потихонечку собирать. В первую очередь. Не руками работать, а работать головой. Искать информацию. Стремиться к этому. И если это действительно правильно делается, если ты действительно этого хочешь, информация к тебе приходит. Приходит. И она пришла. И самое удивительное, оказалось, не надо ничего делать. Вот ничего делать не надо, но надо осознать, что это разного рода переживания, страхи и прочий эмоциональный шлак вызывает спазм.
как только я это понял, как стал более-менее в этом направлении работать, то есть эмоции решать, так началось улучшение. Плюс я добавил, мы все стараемся вот эти упражнения различные, то растянуть там, ну, пытаясь расслабить, то есть то растянуть, то закачать там мышцы, которые держат позвоночный столб. Но я хотел бы тут сказать, вот, чисто теоретически, вот те мышцы, которые держат позвоночный столб, они всегда достаточно сильны. Они всегда достаточно сильны. Ну, если человек более-менее ведет нормальную жизнь. Поэтому их еще укреплять там не имеет смысла. Наоборот, когда начинается вот эта вот различная там работа, они еще более спазмируются. То есть спазм там есть, даем нагрузку, возникает этот спазм. И дело, ну, это что касается мышц. Но дело-то оказывается, конечно, и в этих статических мышцах, которые держат позвонки, но и в межпозвоночных дисках. Межпозвоночные диски от этой вот работы, закачивающие там на, как там они называют это, гипертензия там, то есть наклоны через козла с весом и прочие там упражнения, они абсолютно не влияют на межпозвоночные диски. На межпозвоночные диски влияет только ходьба. И вот для того, чтобы выйти из этого состояния, а тут получается так, если человек в течение десятков лет так или иначе получал какие-то, знаете, это спазмы в спине, ну, бывали там раз в год, два раза в год, потом, может быть, чуть ли не раз в месяц и постоянно, вот эти вот спазмы остаются. И их очень трудно расслабить. Это там массажи и то. Если человек не понимает, что это от эмоций, он сделал массаж, а потом также думает, как ему там решить проблемы те или иные, он в заботах. Все так же там и остается, только деньги туда уходят. Что сделал я для того, чтобы облегчить расслабление вот этих вот спазмов, хронических спазмов, которые возникли там в пояснице, ой, и в плечах, да что там только было. Ну, меня интересовало пока только ходить, то есть спазмы в пояснице. Я одевал пояс штангиста. Пояс штангиста одевал. Он как каркасик, корсет, начинал брать нагрузку с этих мышц, и появлялась возможность вот этим мышцам оплеточным, статическим, которые держат позвонки, облегчалась нагрузка, и можно было расслаблять. А для того, чтобы расслаблять, что такое вот массаж? Массаж — это какие-то такие продавливающие движения, там надавили, отпустили, надавили, отпустили. Так вот, ходьба – это естественный массаж всего нашего позвоночника. И вот эти вот нагрузочка, которая дается во время ходьбы, то есть мышцы сжались, расслабились, мышцы сжались, расслабились. Она позволяет потихонечку снимать эти спазмы. И так как еще корсет, вот этот ремень штангиста, он держит, это дело идет более лучше. Потому что в противном случае любая нагрузка, даже вот эта гипертензия, бывают там эти, главное напряжение там дать, она приводит к спазму. К спазму еще хуже становится. И вот так вот я ходил. И мышцы там потихонечку расслаблялись. И происходило восстановление. То есть я так ходил
если это в декабре, 2 декабря, МРТ я сделал, значит, я так ходил весь 17-й год. 18-й год, и примерно уже с середины, наверное, 18-го года, я почувствовал, что я могу ходить без ремня. Уже произошло достаточное укрепление и снятие этого спазма. И плюс, естественно, работа ума над своими собственными эмоциями. Вот, то есть спина стала более-менее нормальной. И далее я вот, ну, я занимался, лежа так, не затрагивая спину, ничего это не делая, оберегая там ее от такой вот нагрузки, чисто так, ну, типа там тяги, приседания там, и гири тем более, потому что тут во время подъема на гири, как правило, это рывок происходит. Рывок там и сдавливание, и резкое сокращение, что провоцирует спазм. Вот, и я вот так вот позанимался. Здравствуйте. Занимался, и вот, благодаря теперь своим собственным знаниям, своему собственному упорству. Кстати, на эти соревнования, Крымский мост, надо было ехать на машине. Я был за рулем. 1761 километр проделан в одну сторону и в другую сторону. То есть я был за рулем по этим дорогам, строящимся, с этими камерами. Я вот жду, сколько ж, интересно, штрафов придет. Я приехал туда. Перед этим попробовал заниматься с гирями. Первая тренировка, как я сказал, более-менее нормально произошла. Вторая, я чувствую, вот что-то тут, что-то не то, что можно эту спину даже с такими весами заклинить и никуда не поехать. И я решил, что пусть это будет на самих соревнованиях. И вот на самих соревнованиях Крымский мост среди ветеранов. Мне не важен был результат. Важно было не сойти с дистанции, понимаете? Не сойти с дистанции длиной в 65 лет. И я рад тому, что я ее прошел и поднял эти еще гири. Вот это, считаю, для себя одно из больших достижений. Вот какой-то рубеж, 65 лет пройден. Я еще иду. Я еще хочу. Всего хочу. У меня еще переваривается. Я любуюсь окружающим миром, понимаете? Вот. То есть я еще пою свою мелодию. И вот этот вот мир, вот это вот общество, которое мы выстроили, ги-ги-га-га, а в случае чего, тут вот закон, видишь, такой, тут вот это ты должен, не должен, а согласно вот этого параграфа, ты должен умереть нафиг. Я иду наперекор. Наперекор. Вот всему этому. И встретил таких же людей там, которые могли давным-давно все это там побросать. Просто-напросто где-нибудь там сидит на лавочке, греться под лучами сентябрьского солнца, смотреть телевизор, травить байки там, попивать пивко, у кого что там есть. И все. Нет, а эти люди, вот, они нашли себе такое занятие по интересам. И вот об этом я хотел бы в первую очередь рассказать вам.
не сойти с дистанции. А где остальные? Остальные сошли с дистанции. Кто-то уже давно умер, кто-то спился. У кого-то спина прихватила. У другого там лень прихватила. Нету средств для того, чтобы поехать. Нету желания, чтобы это все делать, заниматься. Все. Сошли с дистанции. А я еще на дистанции. Я еще иду. Но я уже начинаю повторяться. Вот об этом я и хотел бы сказать. Для меня этот Крымский мост, соревнования по этим гирям. Кстати, техника там изменилась. Надо было эту технику слегка изучить, как их там рвать по-новому, как их толкать там по-новому, там засчитают, не засчитают. Все это надо было сделать. Я уже не говорю о том, сколько мне надо было потратить времени на освоение разного рода, можно так пройтись, на освоение программ для компьютера, чтобы писать книги, чтобы заниматься монтажом, звуком, чтобы с этим интернетом, ютубом быть более-менее на «ты». То есть это все требует интереса, знаний, времени, желания. Вот об этом я с вами и поговорил. Поговорил о том, что можно слаживать свою жизнь в красивую мелодию, делать ее сказкой. Сказка, жизнь как сказка. Вот. Уверенно держаться на дистанции. А то, когда мы видим, вот машина, вот дом, вот вроде все свалилось, только раз, это видеокамера сварилась, шапка эта тут и прочее там. Вот свалилось, вот хорошо. Вот как Генке повезло. Ты смотри, какой он проныра нафиг. А никто не знает, что вот там он. В сентябрьские дни и ночи, лежа в роддоме, когда тебя ставили умирать, когда ты там обсыкаешься, когда лежишь в пеленках мокрый, застудил ноги, которые даже сейчас... Я думаю, что такое коленки у меня как-то так побаливают. А это тогда все было сделано. Вот, а это никто не хочет. Все хотят сыто. Сыто и вот сразу, чтобы все было. Сложить свою жизнь в мелодию. Обучить себя. Образовать себя. Укрепить себя, устоять себя, облагородить, стать понятливым, нетерпимым, а вот именно понятливым. Ты начинаешь любого человека, который там, может быть, нудит, зудит, жалуется на свою жизнь, на то, на сё, понять его, посочувствовать, рассказать какие-то свои примеры, такие примеры, о которых как бы не хотелось бы говорить, но тем не менее быть таким открытым человеком. Вот, вот это совершенно иное. И вот она, осень. Великолепная осень. Великолепная. Тут, наверное, уже бабье лето началось. И ты в этом мире чувствуешь себя частичкой, гармоничной частичкой. И слышишь вообще
мелодию, красивейшую мелодию, которую поет Вселенная. И ты своим манюсеньким, тонюсеньким голосом ей подпеваешь. Вот дойти вот до такого состояния. А не сойти с дистанции, мать вашу, так. Вы зашли на мой канал Малахов Про. Канал имеет несколько направлений, которые отражены в соответствующих плейлистах. Целебная кулинария рассказывает о том, как продукты питания можно использовать для лечения и укрепления собственного организма. Природная косметика, как с помощью естественных продуктов от матушки природы сохранить свою красоту на долгие годы. Лунный цикл и народные приметы. Каждый день несет свою особую энергетику и особенности, которые надо правильно использовать, чтобы преуспеть в жизни. Библиотека. Здесь вы можете бесплатно посетить написанную мной авторскую библиотеку здорового образа жизни и узнать, как работают те или иные средства оздоровления, а также разработать свою собственную систему оздоровления и, что важно, задать интересующий вас вопрос. И кроме указанного, посмотреть другие плейлисты, в которых я рассказываю о своем опыте.